Праздник красоты и грации. В столице Чувашии прошли всероссийские соревнования по фитнес-аэробике. Синхронность, быстрый темп, хорошая физическая форма. Они еще совсем дети, но могут дать фору любому взрослому. И держатся на сцене, как настоящие профессионалы. Челябинск, Тольятти, Казань. На соревнования по фитнес-аэробике в столицу Чувашии приехали более 800 участников. Команда Sweet Baby приехала на чемпионат с Комсомольского района. Юные спортсмены уже 3 года участвуют в соревнованиях и за это время добились неплохих результатов. Будем надеяться, что успех и удача будет за нами, и все у нас получится, и что наши детки на сегодняшних российских соревнованиях такого масштабного уровня займут все-таки призовое место. Мы держим кулачки, собираемся развивать детский спорт как бы масштабно, чтобы детки могли уже активно заниматься этим видом спорта и выезжать уже не только на республику, но и за пределы Чувашской республики. Аэробика, степ-аэробика, хип-хоп-аэробика. На этот раз соревнования проходили по 3 направлениям. Что касается судейства, то жюри обращали внимание на 2 критерия – техническую и артистичную стороны выступлений. В этом году мы пошли по такому пути. В судейскую коллегию входит 1 судья из Чувашской республики. Почему? Потому что мне, как президенту Федерации по фитнес-аэробике, хотелось бы видеть рост фитнес-аэробики Чувашской Республики. Судьи должны быть не с нашего региона, только тогда будет качественная, правильная оценка твоей работы. Соревнования по фитнес-аэробике длились 2 дня. За это время разыграли несколько комплектов медалей. Команда города Чебоксары и Чувашской Республики стали обладателями призовых мест. Юлия Важенина, Елизавета Зайцева, Бахтияр Велиев, Республика.